Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня копать не будем. Просто надоело дома сидеть уже целыми днями. Ждешь не дождешься, когда сезон копа начнется. Но осталось немножко уже, конец марта. Плюсовая температура. С четверга уже обещает вообще плюс. Каждый день, даже ночью. Вот сейчас хотел посмотреть, показать. Пятница. Рабочий день не закончился. Машин. Целая куча. Это у нас здесь лыжная трасса. Лыжников много. Расчищенное место, видите, какое огромное. Это здесь была лыжня, когда России здесь стоянку сделали. Куча. Лесники работают. Молодцы. Где они куча-то? Ни черта, солнце слишком яркое, ни черта не вижу ничего. Вот они. Снега огромное количество. Не знаю, как он быстро растает. Надеюсь, что растает быстро. По крайней мере, обычно. Когда плюсовая, а если еще дождичок пройдет, то вообще. Вы, конечно же, обратили внимание, что теперь у нас заставка появилась новая. Как вам она? Пишитесь в комментариях. Логотип новый. Короче, канал начинает новую жизнь. Есть много задумок. Смотрите меня. Заходите. Все вместе реализуем. Вот у нас там еще лыжнички идут. Новые. Где они там, никак не поймаю. На экране плохо ориентироваться. Вот они. Поймали. Молодцы люди. Ведут здоровый образ жизни. В общем, и ты, мы тоже, копатели. Здоровый образ жизни. Гуляем часами на природе. Ой, так вот, если помните, Удесет мы копали. Я показывал. Удесет прям за вышкой. То есть этот восковольтный вот этой. Здесь у нас идет линия. Электропередача 110 киловольт. И здесь вот на опушке мы копали. Что-то там нашли, по-моему, 15 копеек. И одну копейку, кажется, с поздние советы. Так что вот так вот, господа. Смотрим. Дальше. Все наши видосы. Просто я сегодня хотел показать, наконец-то, тепло. И может... Ну, не знаю точно, но, скорее всего, нам уже будет готова новая заставка, интро и концовка. Я их покажу вам. Так что вот так вот у нас. Ходить, не переходить. Лес тут на десятки километров. Копать, не перекопать. Но здесь вначале, наверное, не будем копать, потому что я нашел уже 10 мест. Заброшенные урочища, деревни. Есть в лесах, есть не в лесах. Вот еще у нас там появились лыжники. Где они там, никак я не поймаю. А вот они. Это вот на машинах приехали. Так вот, 10, по-моему, или 11 мест я новых нашел. По картам всю зиму лазил, искал. Так что надеюсь, что находки будут. Есть еще задумка поехать на малую родину в гости за 300 километров. Там есть аномальная зона, такая медведевская гряда. Показать ее вам. Кому интересно, посмотрите в интернете. Медведевская гряда, это Волгоградская область. Если вас это заинтересует, то я точно поеду и покажу. Место отчасти жуткое.
Но мы с братом советовались и решили, что можно попробовать. Ну, на этом все, закругляюсь. Небольшой такой вот рассказ, видосик. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся на канал.